такие прекрасные серьги из кружева. Я покажу, как сегодня сделать. Вырезаем необходимые фрагменты из кружева, которые у вас есть дома. На поверхность этих фрагментов мы наносим клей ПВА и аккуратно растираем кисточкой. После того, как мы промазали всю необходимую нашу поверхность, придется подождать, пока клей ПВА высохнет полностью. Теперь мы отдекорируем наши серьги. Вы можете взять любой понравившийся вам декор. Не ограничивайтесь своим фантазией. У меня это жемчужные кулоны. Теперь мы переворачиваем наши изделия и наносим сверху клеем драконом или моментом кристалл. После того, как мы нанесли полностью, нужно подождать. Теперь крепим застежку для сетки. Вот так легко и просто вы можете создать такую красоту своими руками. А я, Сильнова Оксана, рада была поделиться своими идеями. Подписывайтесь на мой канал, делитесь своими впечатлениями и будете в курсе всех моих новинок. До новых встреч!